Анонс и точная дата выхода 531 серии турецкого сериала «Доверенные». 531 серия сериала выйдет в эфир 3 апреля. Ранее в сериале мы увидели, как Нана сказала Яману, что он тоже солнце для нее, но она не может приблизиться к нему из-за того, что будет гореть. Когда Яман и Нана находились в кабинете, то он пожелал ей благословенного утра. Нана спросила у него благословенное, и кто же его благословил. Яман попросил забыть об этом, и он ничего ей не говорил. Яман пришел к Нане в комнату и сказал, что найдет ее по запаху волос, по биению ее сердца. Но неужели ему с этим можно будет получить тендер? Нана перепутала файлы и совсем этого не заметила. Яман с каждым разом все больше возмущается после того, как Нана выучила турецкий язык. Он даже не может представить, что было бы, если это оказался ее родной язык. Нана сказала Яману, что лучше бы она не просыпалась и не видела перед собой Ямана. Во сне для нее он выглядит намного лучше. Яман стал задумываться над сказанными словами. Неужели действительно мужчина во сне Наны был намного лучше, чем он сейчас перед ней в реальности? Больше всего его волнует то обстоятельство, что он совсем не похож на этого человека. Тогда Яман решает выяснить, о ком постоянно говорит Нана, и кто тот человек, который приходит в ее сны. 531 серия сериала выйдет в эфир 3 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.